Сегодня я расскажу, как сделать простую кормушку из фруктовой сеточки. Для этого проекта вам понадобится арахисовое масло, хлеб, яблоко, семена, нитки, ножницы и нож и, конечно же, сеточка от любых фруктов. У нас в доме были мандарины. Сетку отделить от бумаги и расправить. Если дырки в сетке большие, то ее можно сложить в два слоя. Теперь положим всяческие лакомства. Сначала яблочко и булочку, а потом семена и масло. Арахисовое масло будет склеивать все вместе и держать все хорошо в сеточке. После этого пропускаем ленточку или толстую нитку вокруг сеточки и затягиваем. Пожалуй, я недостаточно положила масло, потому что семена у меня все время не слипались и вываливались. Мне их несколько раз пришлось заново впихивать туда. Но ничего, я разобралась, завязала красивый бантик, завязала петельку, чтобы повесить это все на крючок, и вот и готово. Готовая кормушка будет выглядеть примерно так. А теперь посмотрим, какие птички ей заинтересуются. Заметка для самых наблюдательных. Вы, наверное, заметили, когда я делала эту кормушку, а потом показывала, как птички едят из кормушки, то это были две разные кормушки. Почему? Какая причина? Я сделала кормушку, повесила ее на крючок и оставила на улице, чтобы птички как бы посмотрели на эту кормушку, привыкли к ней немножко, а потом я решила сделать фотографии через несколько часов. Прихожу я через несколько часов, ни крючка, ни кормушки. Кто-то целый мешок еды утащил. Я подозреваю, это был либо енот, либо, может быть, американская вонючка. Не знаю кто, но какая-то зараза утащила всю мою кормушку. Вот и поэтому мне пришлось искать фотографии просто через интернет, которые я могла бы поставить. Пример, как птички могут пользоваться кормушкой, которую я сделала. Ставьте лайк, пишите комментарии и заходите в мои группы в Одноклассниках, на Facebook и в Instagram. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Спасибо и до следующего раза!